Так, ну что ж, я вас снова всех приветствую. Мы продолжаем наш Мэдисон. Записываю сразу все серии, потому что мне стало интересно, что же все-таки ждет нас дальше. Вот прям очень стало мне интересно. Сейчас мы сходим, ну если не забудемся, то сходим, возьмем молоток. Хотя нихуя не вижу. Блять, кто-то песенки поет. А, смотри, молоток, да? Ну, чтобы разбить плитку и понять, кто там... Блять, двери закрываются. Дождь идет вовсю, двери закрываются. Обстановка пиздец, сыкотно. А, взять молоток. Давай лопату еще возьму. Сколько у меня места? 8 из 10. А что, есть что-то такое, что мне не надо? Ну ладно, скорее всего, мне это, возможно, все там понадобится. Блять, куда я опять въебался? Ой, блять, теперь давай вспоминать, как мы все вспомнил. Интересно, конечно. Сюжет, блять, начинает закручивать, ёбнешься просто. Я просто знаю, что если я сделаю перерыв на пару дней, я потом нихуя не вспомню и вообще ничего даже не одуплю. Поэтому я лучше сразу все подряд запишу. И все. Раз, два, три. Мне третья жертва нужна. Блять, или четвертая. Нет, первая, вторая, третья жертва, да. Так, вот. Да, вот, надо разбить молотком. Все? Это оно? 27 лет, да. А чё, ничего не произошло? Ну все нормально? Подожди, нет, не все нормально, а фотки где? 80... А, ну они все в 87-м умерли. А, поехали на четвертый. Блять! Подожди, поехали на третий. Ладно, сейчас. Нет, не сейчас. На третий. Камеру готовь. Есть. Это... Так, ну осталось, смотри, 10 предметов, но... Скорее всего, я их уже не найду. Мне кажется, я их вначале много пропустил. Хотя мы потом посмотрим, мы еще раз обойдем весь дом. 35-летняя... 35 лет. 75-й, а плюс 35, нет, уже не подходит. А, все, я уже понял, кто. 35-летняя женщина. Все не погибли в 87-м. Лин Джемми, 52-й. Да, она. По идее, это она. А вот тут что? Ну, по идее, я все правильно сделал. Это она была. Эшли Смит. А вот это уже интересно. Поехали на последний этаж. Ну,
Ну, я последний, да? Что я? Я, да. Ага, никого. А тут? И тут никого. Так, ну смотри. Ну, стул. Не понял. Мне надо было снять цифры. Вот теперь я опять нихуя не понял. Ой, блядь. Я нихуя не понял. Эшли Смит. Но тут же ж видишь, ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. А ну еще раз, я не хочу просто искать. Мне лень искать фотку. 52-87. Ну правильно, 35 лет, все верно. Ну смотри. Там в отражении был стул и петля. Это находится там, где... Ой, блядь, там, где пиздец. Пизда. Все, я приехал. А, все, едем, нормально. Я так понимаю, теперь мне нужно включить свет. Ага, подожди, блядь. Ну вот, блядь. Не, видишь, красный фонарь нихуя. Мне получается нужна, блядь, цифра. Записная книжка. Ну, лампочка. Красный свет, везде темень. Ну, вот тебе, блядь. Нет. Хотя, может, оно... будет просто нарисовано, типа. Не знаю, давай ходить теперь лампочки фоткать, блядь. Делать нехуй. Мне же делать нехер. Будем ходить сейчас каждую лампочку. Че у него с руками? У него ногти, блядь, почернели. Может, в подвал? Красный свет, а везде темнота. Не, это полная лажа. Right, а, ему сейчас ничем это не поможет, ты понял? Пошли к подвалу, значит. Забавно. К чему то все по этажам? Да я, блядь, заблудился нахуй.
А, все, я понял. Ну пиздец, все, тут темно, нихуя не вижу. Ебать, я, по-моему, потерялся. А, не, нормально. Нормально. А, блять, красный свет. А вокруг темнота. Ну, блять. Все как бы понятно, но непонятно. Может, это комнату надо сфоткать? Опа. Еще один нашел. Но теперь для меня это вообще как-то пиздец, я не пойму. Я реально не могу понять. В отражении было вот это. К чему? К чему? Тут ёбаный лифт. Непонятно. Но что-то должно быть. Что-то где-то ж должно быть. Ну это... Я, блядь, вообще не понимаю. Пошли назад, блядь. К этому лифту, я не знаю. Но у меня больше вариантов нет, как бы. Почему этот лифт? Может, тут что-то? А, ну тут даже этих фамилий нет. Непонятно. Вообще непонятно. Поехали опять. Первый этаж. Ох и пиздец. Но тут надо... Видишь, там нет цифр. Мне нужны они. Я думаю, может, я просто ошибся. Это просто 87-й. 75-летний отец. Но это не то, тут не подходит. 55. И тут не подходит. Нет, 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 не подходит. 75, нет. Паттинсон, нет. Ватсон, нет. Роберт Холл. Отец. Ну, блять. Роберт Холл. Мы это сделали. Сделаем все вот сейчас заново. Возраст какой? Ее мать. Мать.
Мать. Кристиан Питнер. Нет, это точно не он. Томас Нельсон. Дилан какой-то там. Джудит. Ну я не пойму. Поехали дальше. Кто третий? 27-летний. 27 лет. Нет. Дрейк Фейт, 27 лет. Это он. Значит, я все делаю правильно. Наверное. И видишь, за четвертую жертву тишина. В смысле, вторая, блядь. Джордж Браун. Браун. Лин Джейм. Вот, это она, скорее всего. Ага, хуй там был. Оно ли скриптанулось, я хуй пойму, блять. Да пошел ты нахуй. Не, видишь, все, тут не работает. Странно, конечно. Смотри, тут цифр нет. Взаимодействовать я не могу. Там пусто. И там пусто. А, в этот раз сработало. Охуеть, да? А, цифра 6, да? Значит, 7, 6. И ключ. Кстати, ключ с цифрами. Короче, получается, с первого раза что-то пошло не так. Или мне надо было фоткать зеркало, продолжать постоянно. Кстати, возможно, видишь, оно треснуло, значит, да. Наверное, надо было его фоткать. Ну ладно, потерять мы особо много не потеряли. Там, минут 5. Так что нормально. О, как он заебал нудеть. Иди в жопу, блядь. Ключ с циферблатом. Это... О, я, кстати, знаю. Это ключ, походу, от... Блядь, нихуя не вижу. Это ключ от комнаты, где часы идут. Сейчас мы пойдем включим свет. Если он включится. Ну, я думаю, должен. Ему неплохо. Значит, можно включать. Все. Скримота закончилась. А ключ отсюда. Да? Ну, оно и так понятно. Тут часы, там циферблат. Цифер. Все нахуй. Открывай. Ебать. Какой огромный дом. God. Так, опять. Ебать тут часов. My hands. This is...
what the priest was talking about. That thing is... thing is feeding off of me. Не накручивай себя. Часы. Ровно 5 часов. The house is full of clocks. Ровно 5. Ебать тут в натуре часов. А они все идут в одно время. Что сюда надо? Ровно 5. Мать его, так ровно 5. Grandpa used to work in here. Что вот сюда надо? Я просто не пойму. Я не знаю, я бы вот эти зафоткал. Что-то упало. Ох, ебать. А, блядь. Тик-ток. Большие часы. Это высокие вот эти большие часы. Нет. Нет. Я не знаю, время значит на них что-то или нет, но мне нужны большие часы. Я понял. Нет. А, большие, высокие часы. Часы, часы. Это, наверное, в начале. Ой, блядь. Тут не было? Нет, тут часов не было. Тут их не было. Ёб твою мать. Ну так, подобосрался. Блять. А где часы? Часы были тут. Тут ничего не появилось. Я что-то могу опять разрезать. Я что-то могу снова разрезать. То есть мне надо что-то найти. Там, блядь, щемится. Так, у нас есть 7, у нас есть 6. В принципе, можно методом тыка подобрать. Две цифры это... И вот тут надо что-то... Жучки. Ну, я, видишь, я не пойму... А, может в натуре блок на какие-то часы нужно повесить блок на вот эту хуйню. Оно потянет вниз. Вот, блядь, не знаю, возможно, издаст какой-то звук. Я хуй его, блядь. Ну тут закрыто. Или нам нужно найти определенные все же часы. И на них это повесить. Блять, какой же, как оно противно, блять. Цок, 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 сука. Нет, сюда какая-то дичь вставляется. Болторез. Сразу не заметил. А вот записка. Три влево. Три влево, я думаю, 12 вправо. Пиздец. Три лево. 12. Ну тут неизвестно, но я себе помечу. Еще одна записка, блять, а я уже забыл. 15, по-моему.
придется идти. Сейчас проебемся всю серию с этим, блядь, с сейфом. Нормально, чё? Сейф. Сейф у нас тут. Вот то, что... Сука, ты ебучая. Блядь. Не надо, только не выпрыгуй. Ебать, что с диваном случилось? А что произошло? Ладно, понял, это ему не интересно. Диван, ебать, летает, а ему насрать. Давай тут попробуем цемент повесить. Написная книжка, фотографии, молоток. О. Не, а хуй там. Хуй там был. А ты знаешь, где найти код? Смотри, 10. А, ну это, да, это там. 3. Лево. 12. 3. Как это сделать? 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. О! Не знаю, как я это сделал, ебать, но это вышло... Так, записка. Я верю тебе. Так, подожди, мы сейчас посмотрим, может тут с ней контакт. Так, это он за жену свою говорит, да? Короче, с книгой он пытался сделать все. Часы. Это нужно вставить в часы. Пизда. А с красным как быть? Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три, четыре. Но тут он уже сработал. Нет. От красного я пока не знаю. А, теперь мы будем, я понял, теперь мы будем расставлять в часы эти циферблаты ебаные. Как он заебал скримить. Похуй мне уже, отъебись ты от меня. Одну взяли, одну поставили. Но я так понимаю, оно не везде подойдет. Или везде. Где у нас следующие часы? Давай мы вначале... Давай, да, мы сделаем все здесь. А, тут еще порядок. Ебать тебя в ноздри. А вот это уже интересно. В записке не было ничего. Время везде разное, понимаешь? А мне нужно... Нет. Да, допустим. Это будет сложно. Я, кажется, понял. Тут у нас... 9, короче, сюда, да? Нет. Тут почти 12. Я понял, как мне надо. Все, я все понял. Я все понял. У меня 9.30. Пошли искать 9.30. Все, я все понял.
Здесь нет. Все, пошли. Найдем 9.30 и от него уже будем плясать. Найдем 9.30. Ага, как я тут узнаю? Мне надо было... Вот это я забираю. Мы сейчас не так чуть-чуть сделаем. Я уже понял, что чтобы открыть ту дверь, мне надо решить загадку с часами. В принципе, мы это сейчас все с тобой решим. 6.40. 6.40. Это нет. Семь сорок пять. Тут же ж правильно. Да, 7.45. Ага, и тут 6.40. Подожди, блять. И тут 6.40. Ну и тут 6.40. Ебать, не понял. То есть где-то есть еще 6.40. Без 5.12. Тут вообще... Блять. А ну давай местами поменяем. 7.40. Это 2... Точнее, час 30 есть тут такое где-нибудь? Тут правильно. Час 30. Нет. Тут есть 5.10. Бля, с часами будет жестко. С часами будет жесть. А, тут 4.20. Ох и пиздец, ебать, это будет сейчас жесть, это будет беготня, это будет... Ой, иди нахуй. Не до тебя, блядь. Там я такого времени не видел. Где? Где у нас еще часы? По-моему, только здесь. Вот. Вот это мне нужно. 4.20, да-да-да-да-да. Вот это мне нужно. Там было такое. Там такое было. Где еще у нас были часы? В комнате у бабушки нет. Они еще были... А, там красные. Сейчас все сделаем. 4.20, вот. Это сюда. А это я забираю. 4.20. У меня здесь 7.45. Но мне, короче, надо найти... Надо найти... Да хуя чего надо найти. 7.45. О, сука. Я не помню, где часы. В комнате были у блять. Пока мы тут находимся нанизу. У бабули были. Открой нахуй двери. Так, тут часов не было. Да, блять, откройся, нахуй. Ну вот я слышу, а не могу понять, где. Где-то тут. А, чё, это я так, блядь, понял. Ну, так, мне теперь... Куда я, блядь, иду? Там я сделал все. С тех часов я поснимал.
Теперь мне надо. Ну, блядь, тут еще много дверей. И, возможно, ну как, это не сейчас нужно делать. Я просто не помню, где еще есть часы и как мне открыть красный сейф. Вот это да, мне нужно. Забираем. Пизда, сука, мудень. Ну, значит, идем мы в верном направлении. Ох, как она скримерит, ебать его в голову. Это пиздец. Я уже, правда, не помню, куда... А, все, вспомнил, куда. Что это? 11.55 это, по-моему, вот это. Да. А, 5.20. Ну, я не знаю. Все, часы. Или мне надо сделать... Нихуя не понял. А, мне сюда надо... Ебать. Я понял. Сейчас, пошли. Где-то... Где это я скинул? Блядство. Да, загадка с часами, это, конечно, пиздос. Пол второго мне надо. Что это у нас? Нет, это не то. Это не то, и там такого вообще нет. Да не ломись там нахуй. Вот. Забираем 1:20. Как ты меня заебал? Больной, сука, блюдок. Мать твою. Ебаная загадка с часами, блядь. То есть ты хочешь сказать вот так? Нет. Тут так. Эти часы относятся уже сюда. Что-то открылось. Ебать, мы справились. Пиздец. Мы, короче, справились, ебать. А, подожди. Ну, это да. Это можно было догадаться. Один. Ну смотри, четвертую цифру я могу наобум подобрать. Это легко. Like he never finished this one. Стоп. Что опять где случилось? Ну сюда, по идее, нужен блок цемента. Непонятно. Ну вот же ж, он должен вешаться.
Ладно, хуй с ним, хай висит. Так. Почему он не доделал часы? Вопрос этот очень... Опять? Последняя цифра. Ты давай, соберись, тряпка. Не знаю. Ты одержим. Рисуй. This must be a combination or something. Комбинация чего? Что это за круг? Блять, что это за круг? Комбинация чего? Потом в обратку. Но это комбинация этого красного сейфа. Но дело в том, что я... Мне нужно останавливаться на каждой? Или только на черных? Или на каждой? Блять, ну это надо как-то зарисовывать. Я даже не знаю, блять. Ладно, пошли. Так, через одну, да? Сейчас я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять. Через одну. Вправо. Через одну. И влево. Постоянка. Но это, скорее всего, сейф. Не пугай так. Это комбинация, да, я понял. Блять, слишком много цифр. Это, скорее всего, да, надо было бы зафоткать. Я сейчас, наверное, зафоткаю. И быстренько мы с тобой это все решим. Сейчас мы дойдем до сейфа. С хуяка он не тут. Вот это будет номер, блядь. Нет, он тут. А, так, сейчас записная книжка. Сейчас, погоди, я. Так. Это мне уже не надо. Это так, фотик. Ну, смотри. Получается. Получается. Хуй стоит, а голова качается, да? Значит, по большому кругу. Через одну. Все, заново надо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Последняя не в счет. Шесть. Теперь в обратку. Раз. Блять, сбился. Ебать его в рот. Ну, я думаю, так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Теперь. Раз. Раз, два, три. Четыре еще. Раз. Два. Три. И четыре рядом. Раз. Два. Три. Четыре. Нет, нихуя. Интересно. Комбинация чего тогда? Оно помечено полосками. А, ну давай попробуем еще раз. Только сделаем это наоборот. Но слишком много цифр получится. Так. 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 И все. Не, это какая-то, не знаю, это хуета полная. Это полная хренотень, но после загадки с часами я не хочу ломать себе уже голову над этим сейфом. Поэтому давайте будем на этом заканчивать и продолжим в следующей серии. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, оставить комментарий по желанию. Можешь подписаться на паблик ВК. Ну и все в этом роде. Все, всем спасибо, всем пока.